Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в The Tenants, 12-я серия. В предыдущей серии мы с тобой сделали что? Мы с тобой получили квест на заключение договора свыше 10 тысяч долларов. Я только что отправил вам деньги за этот период. И мы с тобой сейчас будем пытаться заработать много-много денег, чтобы купить хороший-хороший дом и сдать его хотя бы за десятку, чтобы выполнить этот квест. Эти все квартирки, они стоят очень дешево. Они все очень дешево стоят, и скорее всего они будут очень-очень дешево сдаваться. Ну, в принципе, это логично. Хоть какой там ремонт сделай, они все равно будут дешево сдаваться. Нам нужно купить какую-нибудь домину, которая стоить будет 1200-250. И тогда уже рассчитывать на какую-то большую арендную плату. Пока что это не предоставляется возможным ввиду отсутствия у нас таких больших денег. Даже в кредит. В кредит у нас мы не оплатили еще предыдущий. Хочу заметить. Что там за смс-ок столько? Спасибо. Так, деньги отправил Дмитрий. Это мы присматривали, наверное, да? Да, скорее всего, мы присматривали. И давай найдем какое-нибудь задание. Сначала посмотрим банк, какой у нас тут есть. Осталось 91 тысячу заплатить банку. Угу. И 250 тысяч долларов я бы взял в кредит. Давай попробуем в этой серии каким-нибудь волшебным образом перекрыть кредит. А потом уже будем смотреть. Возьмем 250 и купим за 250 где-нибудь какую-нибудь домину. Это, кстати, первый регион. Это у нас первый регион с тобой. Я по вот этому прудику его узнаю. Ну, типа, второй регион гораздо более богатый. Там нет вот этих вот вагончиков. Ой, что ты мне кидаешь во все стороны? Создать новую спальню. Такие заказы выполняются на раз-два, и давайте мы их будем выполнять. Пара тысяч, тройка тысяч, и это все равно как бы дает какой-то результат. Все-таки 2000, 3000. Это небольшие деньги, но когда их делаешь много-много-много, видишь сразу результат. Так, у нас с тобой одну всего спальню нужно сделать, но, скорее всего, вот здесь вот... А, если кухня здесь, то... Да спальня давай будет вот здесь вот, а один хрен здесь 2 на 2 комнатушку, поэтому... Поэтому мы вот выберем вот эту. А, у двери не лучший вариант. Давай вот здесь вот поставим кровать. И отделаем стены вот такой вот. Хотя ему стены не важны, ему нужна предпочитаемая мебель. Мне написали, что там отмечено кружочком. Но кружочком-то вот обязательный предмет отмечен. А там должен быть синий кружочек. Я помню, там должен быть синий кружочек. Там, сейчас, где тут мебель? Да кто там закашлялся-то? А, там скорая приехала к кому-то. Умирает, скорее всего, кто-то. Ну и неважно, нам не до этого. Вот это вот синий кружочек, это предпочитаемый предмет. И я это знаю, я это прекрасно понимаю. Просто там я что-то вообще тупил по-страшному. А, звездочками отмечены, скорее всего, новые. И мы что-то там с тобой задумались. Зеркало, мотивационный пост, трофей, тренажеры. Отделка полов панелями. Давай вот таким линолеумом тебя отделаем. Будешь жить как будто бы в грязи, в лианах. Кого-то там прям несет очень серьезно. Прям вообще серьезно. Кстати, скорая очень плохо поступила. Она перекрыла дорогу, и даже пожарные, если что, не приедут. Такая вот скорая, да. По подлости такие устраивает. Давай-ка мы с тобой сделаем вот что. Поставим какую-нибудь тумбочку, не тумбочку. Вот такую вот. Вот поставим вот такую вот. Угу. Вот сюда поставим тумбочку. Поставим зеркало, повесим. Вот сюда не вешается. Почему нельзя перевернуть? Я бы с радостью перевернул и
Не знаю, было бы гораздо лучше. Ровно по... А, это просто такой стиль, поэтому нельзя перевернуть. Но я вот, например, не хочу такой стиль, я хочу ровно повесить. А вот нельзя, говорит нам игра. Хрен... Сдох, по-моему, кто-то окочурился, все. Всю жизнь из себя выблевал мужик. Жаль его, жаль. Ну, а что поделаешь? Небольшое украшение у нас с вами будет. Да, вот эти кубики небольшим украшением будут. Мотивационный постер будет висеть вот здесь. Нет, не вот здесь, а вот здесь вот. И, собственно говоря, тренажеры и книги. Книги, естественно, нам нужны. Он без них жить не может. Вот сюда вот поставим. Пускай читает. Тренажеры будут у нас с тобой вот здесь вот. Вообще отличный тренажер, на который денег хватает. Угу, вот так. И, в принципе-то, что тут по декору? Декор нормальный, первое впечатление ему нужно. Предпочитаемая мебель, первое впечатление. Да я думаю, здесь не придерешься, а здесь все хорошо. Еще и 1000 осталось. Давай тогда поставим какое-нибудь растение там ставить некуда. Давай эту штору повесим. Картину вот сюда повесим. Такая себе картина, если честно. Ну а что мы можем сделать? Какая картина, какую даль, такая будет. И... А нет, очень громоздко выглядит. Сюда вот. У двери. И штору. Штору какую-нибудь. Где здесь... Шторы-то. Я не вижу шторы, представляешь? А, они, скорее всего, и не в декоре вовсе, они вот, да, в гостиной. Черные шторы, естественно, повесим. Вот так. Нормально? 98% декора. Ну, можно что-нибудь еще придумать, конечно. Конечно, можно. Что там будет? Высоко настенное растение, маленькое растение, большое растение. Часики можно повесить вот так, вот такенски. Да, вот часики вот отлично. Они хотя бы... Они хотя бы пользу какую-то будут приносить. Сдаем работу. Вроде бы все мы с вами аспекты учли. Я думаю, что здесь придраться не к чему, и он нам поставит 5 звездочек. Чего тебе там не понравилось? Зеркало тебе не понравилось или что? Но в целом-то ему понравилось, но как бы что-то он там не особо был доволен нашим ремонтом. Доволен, смотри, все хорошо. А, туда я профессионала отправил. Все, ты молодец, ты можешь гулять по улице без шарфа. Причем здесь улица вообще не ясно. Угу. Сообщение. Я знаю, что ты мне отправила деньги. Это тоже я знаю. Так, задание. Смотрим на задание. Угу. Вот комнатушку еще нужно сделать. Погнали туда. Начать ремонт. Вот эта комнатушка будет у нас ванной. Ванная. Ванная или душевая кабина. Мы возьмем, скорее всего, ванную. Душевая кабина как-то... Хотя, подожди, я не знаю. Важны ему стены и декор. Значит, мы с тобой начнем со стен и посмотрим. Не знаю, зачем я вот это вот буду делать. Это для ванны не очень подходит, такой стиль. Ну, пофигу, пусть будет. Пусть будет так. Самое дорогое взяли, чтобы наверняка. Но это тоже ни к чему. Ужасно выглядит, конечно, ужасно. Ну, а что можем сделать? Такие вот вещи, да, такие делаем вещи мы. Сказали так построить, так сделать, то сделать. Мы сделали, нам не жалко. Раковина для ванны сделаем вот такую, вот такенскую. 3000 долларов нам хватит за глаза, чтобы поставить такую раковину. Немножечко не совпадает, не состыковочка с окошком. Ну и ладно, правильно, правильно. 450 на унитаз. Вот радиаторы, они в каждой квартире, да, начнут мешаться.
Чё они такие-то? Можно же было их поставить, не знаю, пониже, повыше, чтобы они не мешались. Тикс, мы с тобой должны сделать что? Мы купить должны щетку для унитаза. Поставить сюда. И туалетную бумагу поставить вот сюда. Но так как она сюда не влезает, мы повесим вот, вот такенскую. Нормально. Настенные растения ему требуются. Ну, давай настенные растения поставим, повесим. Вот, предпочтительный предмет. Ну, тут у входа будет стоять, висеть. Вот так. Деньги отправил, спасибо, молодец. Положите на комод. Ну, можно поставить каких-нибудь роз вот сюда и свечи. Ну что, прям наверняка, чтобы декора было за глаза. И к тому же... Не, ну ковром мы сейчас только продешевим. Нельзя ковер сюда класть. Это что такое? Голова буйвола? Не, она нам точно здесь ни к чему. В ванную можно еще сушилочку прилепить. Он, правда, нас не просит, но мы можем. Да пошло оно все в жопу. Сдавай. Сдавай работу. Наверняка ей что-нибудь сейчас да не понравится. Нельзя угодить каждому человеку прям на 100%. Но в целом она написала, что все вроде как бы здорово. Я не удивлюсь, конечно, сейчас будет 3 звезды. 5 звезд. Мы последние 2 заказа на 5 звезд сделали. Это мы большие молодцы с тобой. Так, 5-6 тысяч мы перевели. Нам осталось... Сколько у нас там долго? 85, нам осталось 25 тысяч долларов накопить. И может быть прикупим мы с тобой новую квартирку. Сколько здесь? 0 дней. То есть у нас даже сейчас жильцы съедут, и мы сможем взять вот это вот задание. Правильно? Правильно. Вот так, эй, ты мне нужен дизайнер комнаты, гибкий бюджет, обязательно наличие спортивного инвентаря. Какой тебе спортивный инвентарь на 4550? Ну... Какой-нибудь поставим тебе сейчас. Бутылок нальем, в бутылке воды нальем, будешь заниматься. Односпальная кровать, покраска стен в зеленый цвет. Нужно тебе самое важное, это что? Важная, необходимая мебель и декор. В елочках будешь жить. Линолеум ковер, вот такой вот линолеум. У тебя будет 3500 денежек остается, и это уже очень-очень-очень грустно. Гантельки поставим тебе вот сюда вот. Будешь перед окном каждый... Нет, не перед окном. Немножечко постесняешься, будешь заниматься здесь. Ага. Скамья под штангу. Да ладно, ты чё, ошалел, что ли? Какая тебе скамья под штангу? Таких деньжищ ты откуда возьмешь? Ну, а ты смотри, типичный вот человек. Он потребовал от нас скамью под штангу и хочет, чтобы у него все красиво было. А у меня даже денег на кровать ему сейчас не останется. Хотя, смотри-ка. Смотри, настольная лампа и часы. Настольная, так тебе еще и стол нужен, получается. И ему необходимая мебель. Пошел в жопу. Будет вот такая вот кровать. Не из самых дорогих, но в принципе нормальная. И поставим мы ему с вами... Где тут спальня-то? Ёлки-палки, спальня-то. Спальня, 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 спальня. Вот спальня. Поставим вот такую тумбочку прикроватную. На нее поставим... На нее поставим настольную лампу. Зеленая всяко... Нет, зеленая она дешманская. Мы ее не будем брать. Красная. Красная. Пусть стоит красная. И она все равно не считается как лампа. Придется нам с тобой покупать лампу. Но это получается только вот эту, потому что другой лампы здесь нет. Мотивационный постер. На 229 долларов мне нужно маленькое растение и мотивационный постер присобачить. Да, конечно, вот кто чувствует, когда ты не умеешь... Не то, что распределять деньги, не умеешь планировать деньги. Он взял и сказал, мне вот нужно вот это, вот это, вот это.
Но у меня вот есть только вот это, вот это, вот это, вот это. Денег нет, но вы, говорит, сделайте мне отличный ремонт. А я что? Я ничего, я человек простой, я взял да сделал. Мне ж не жалко. Часы, давай часы на стены повесим. А они не считаются часами, это часы именно на стены. Ну, блин, что ж я могу сделать? О, даже на тумбочке прикроватной уместились. Ну, давай сдавать. Думаю, ему не особо прям понравится, аж декор здесь вообще хрен да ни хрена. Да в ту сторону даже не ходи лучше. Даже что-то понравилось ей. Ну, в целом удовлетворительно, сказала нам женщина с папочкой. И, ну, 4 звездочки, ладно. 4 звездочки пойдет. Новый уровень. Отлично. 63 тысячи. Вот я говорю, нельзя, жалко, что погасить не то, чтобы прям полностью досрочно, а частями какими-то большими гасить, чем необходимо. Чтобы платежи меньше там были, еще что-нибудь такое. Так, у нас с вами вот такой вот заказ доступен. И доступен, так, вот здесь 2200 оплата, 2250. Здесь 12 тысяч. Новому городскому барону нужен кто-то, кто починит старую виллу в центре трущоб. Ну давай. У нас с тобой 12 дней. И чего? А собака, опять денег нет. Значит, да отстаньте от меня, ну. Давай, дед, нам нужно с тобой в 12 дней уложиться, как ни крути. Нам даже доплатят, если мы с тобой это быстро сделаем все. Ну, это здорово, на самом деле. Сейчас большой заказ. И мы наверняка сможем уже... Ну, не прямо. Мы не выплатим сейчас кредит с этих денег. Или выплатим. Хрен его знает, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, сейчас увидим. Кто же на рояле танцевал? Почему оно... Оно, он... так покосился. Ой, давай быстрее, быстрее, быстрее. Дед, ну ходи бы быстрее. Чутка, чутка прям побыстрее. Ремонтируй. Руки у тебя из жопы, дед. Вот что я тебе скажу. Выбросить теперь только на помойку этот рояль. А, мы в похожей квартирке делали ремонт, где были запрещенные вещества и все подобное. Да, помню, такую пивоварня там была, еще что-то лежало. Еще что-то мы туда покупали, там что-то вообще комната охраны была. Я надеюсь, что здесь сейчас не нужно будет все это тоже делать. Просто если нужно, то... То прям не знаю, мне не понравился предыдущий ремонт, предыдущий раз, когда мы такой делали. Потому что, во-первых, очень много времени на это ушло. У нас осталось 11 дней. Дед, ты очень долго убираешь, давай поскорей. Чутка прибавь скоростей. Чуть-чуть. Чуть-чуть быстрее, просто нужно делать. То же самое, но чуть быстрее. Молодец. Давай на выход. Где выход-то? Вот выход. И начнем делать ремонт. За 10 дней вот надо постараться все это дело уместить и сдать проект. Да, конечно, хочу же, не просто так я нажал. Производственный цех, пивоварня, спальня, кухня, ванная, комната охраны, гостиная. Твою налево. То же самое, что и тогда. А, комната охраны мы с вами также будем делать. Я не буду заниматься креативом каким-то. Нам нужно с вами заработать денег. Мне не нужно сейчас говорить, вот ты уже делал, и вот ты уже делал такое. Надо что-нибудь новое придумать. Да мне фиолетово, если честно. Фиолетово. А, что мы там делали, что мы там не делали. Погоди, а у нас с тобой было вот каким образом все сделано? Комната охраны у нас с тобой была... Экран сли... Давай покупать мебель. Экран слежения. Раз. Ну, ставить, конечно, мебель я буду не так, как он стоял. Не так, как она стояла, но...
но комнаты будут в том же примерно распорядке. Склад оружия. Нет, он будет вот здесь вот. Угу. DVD-телевизор. Телевизор у нас есть. Телевизор, вот он. DVD. Телевизор, компьютер, компьютер, серверная башня. Серверную башню можно вот так вот захреначить. Никому. А, нет, подожди, она вот здесь вот пусть стоит. Угу. Компьютер, компьютер, отделка полов. Компьютер, компьютер. Вот здесь вот будут стоять два компьютера, чтобы не придраться. И все. И вот здесь вот ставим дверь. Mm-mm. Вот эту дверь. И, естественно, мы отделываем полы. И отделываем все вот это вот стены. Правильно, правильно. Комната охраны готова. Ванная комната будет у нас где-то вон там. Я не помню, как мы ее делали, конечно, но будет где-то там. Производственный цех был вот здесь. С выходом на балкон. И здесь была спальня. Давай к спальне перейдем. Сделаем спальню. Так, вот этот шифоньер поставим вот сюда. Но поставишь-то нет его. Я что-то я не пойму. Он не хочет его ставить, понимаешь? Вообще тупость какая-то. Почему он не хочет ставить? Ты мне время только столько потратил. Двуспальная кровать. Ого. Ничего себе, какая огромная кровать. Давай вот ее и поставим. Тут дорого-богато люди живут, поэтому че ж экономить-то? Угу. Телевизор еще один. Ну, получается, он будет у нас на вот этой стене. Здесь будет... здесь что-то будет наверняка, и поэтому повесим потом туда. Мольберт. Мольберта нет у нас, а по-моему, он был. Хотя, может, и не было. Тогда, когда мы делали, он был сразу. Офисный стул, ноутбук. Офисный стул. Поставим вот такой. Угу. Ноутбук. Пианину. Пианину сломал он. Угу. Текс, ну тогда получается делаем как? Делаем следующим образом. Нам будет вот этого места за глаза. Да, вот так вот отгородим. Строительство. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот здесь. И дверь поставим вот тут. Переходим в мебель, вешаем телевизор вот сюда. Ноутбук не... А, ноутбук я не знаю, куда поставить. Ноутбук, наверное, у нас будет стоять вот на вот этом столе. Если бы этот чудесный стол ставился еще туда, куда я хотел, цены бы ему не было, конечно. И он почему-то не ставится, понимаешь? Вот он не хочет ставиться. Его вот нужно поставить куда-то, он то ли зависает, то ли он такой тупорылый, то ли игра вообще не понимает. Давай его продадим к хренам собачьим. За сколько его можно загнать? За 2900. И вот это продадим, нахрен оно нам не нужно. Перемещаем фортепиано, пианино, или как оно там называется. Вот сюда мольберт. Вешаем, ставим вот сюда. Письменный стол. Естественно, берем, вот ставим вот сюда. Этот нормально ставится, видишь, вообще без всяких проблем. А вот тот что-то мозга канифолил. И не хотел ставиться туда, куда мы хотели его поставить. Ноутбук, отделка полов, линолеум.
и покраска стен в коричневый. Так, 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 переместить вот сюда. И спальня тоже готова, осталось 9 дней. Кухня, ванная. Ванную можно, наверное... А, ванная большая. Тут и унитаз, и раковина для ванны, и стиральная машина, и что только не должно быть. Вот кухня... Давай кухню тогда сделаем. Кухня тут что-то прям совсем маленькая должна быть, да? Холодильник, кухонная тумба. Давай, начнем с простого. Угу. Кухонная раковина. Кухонная раковина должна у нас стоять вот такая. Отойду я от своих принципов, пусть стоит как стоит. Плита вот такая. Ну, тут самая дорогая, наверное, понравится тем людям, которые будут это оценивать. Да? Да, я думаю, да. Кухонное оборудование мы поставим. Вот этот чайник. Вот этот тостер. И еще одну кухонную тумбу нужно, блин, прилепить вот сюда. Нет, место занимаешь только. Можно здесь уже уместить, в принципе, и готово будет дело. Тогда мы с тобой сделаем вот так. По-тупому, но сделаем. Вот так. Отлично. И отгородим. Получается вот эту вот комнатушку. Поставим вот здесь дверь. И все, человек будет сидеть и радоваться этой кухне. Плитку, говорю, хочу. Плиткой вот этой вот отделаем пол. Красными стенами. Ужас какой. Очень-очень-очень контрастно. Вместе вот с этим полом он выглядит прям... Вот эта стена выглядит ужасно. А, какая разница нам? Нам самое главное, чтобы все были довольны. Смотри, следующая кухня... следующая комната у нас это производственный цех. Его мы делаем вот здесь. Вот так вот отгораживаем и делаем производственный цех. Незаконное вещество. Стараемся вот в голове держать границы этой стены, чтобы пока не тратиться на эту стену, на постройку этих стен, не тратиться ни на что. Пока прикидываем, куда что, как. Стол, стол, стул, стул. Так, столы. Столы возьмем вот такие. Вот такенские столы возьмем. Где-то вот тут они будут стоять. Угу. Два стола возьмем. А можно незаконные вещества поставить, положить на него? Отлично. Стул, стул. Стул это где? Здесь стулья, 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 стулья. Мне стул нужен. Я буду ставить все самое дорогое, хоть и оно ни к чему здесь. Вешалка для лабораторной одежды вот здесь. Угу. Газовый баллон. Вот в этот угол. Чтобы если рванул, так рвануло с той стороны. Еще один газовый баллон. Их на расстоянии еще нужно на каком-то ставить. Давай с этой стороны поставим. Сейф. Сейф какой-то он. Не сейф вовсе. Мне кажется, ему дверь кто-то забыл приделать, нет? Странный сейф, короче. Еще незаконные вещества. Так. Так. Угу. Ну и все. Получается, давай стены делаем. Можно было бы, конечно, уместить еще в более компактную комнатушку, но... Что ж уж. Уже сделали. Отделка полов в камень. Каменные полы будут. Красивый какой камушек, мне нравится. Мрамор. Желтые стены, как у пчелок дома. Угу, угу. Отстань, отстань, уберись, ты мне мешаешь. Угу.
остается 7 дней на пивоварню, ванную и гостиную. Пивоварня будет где-то здесь, по предварительной оценке. А кухню пока еще не придумал, но, скорее всего, будет она вот тут вот. Точнее, ванная. Кухня-то у нас уже есть. Так, с пивоварни мы с тобой начнем. Пивной чан, два пивных чана и... Так, давление надо смотреть вот с этой стороны, следовательно... вот так вот это будет стоять. Вот так. Красота. Стол, бочка. Самое главное, это бочка. Блин, они такие громоздкие, что не могу. Бочка. Бочка. Третью бочку нужно поставить. Угу. Бочка. Стол, стул. Ну, стол, ладно, давай мы по старинке возьмем вот... Я думал, это стол. А возьмем вот этот. Так он неплохой. Мне нравится, как он выглядит. И стул. Стул какой-нибудь сюда засунем. Да тоже вот такой, блин, почему нет? И, естественно, ставим стены. Не знаю, как они здесь будут ютиться в этой комнатухе. Тем более, учитывая, что здесь немножечко не влезла стена. Что они тут варить собрались в этой пивоварне? Столько бочек, прям что не могу. Очень уж много всего. Ну, естественно, дверь вот сюда вот поставим. Все, отлично. Тоже пол камнями. Богатый, на самом деле, человек. И стены коричневые. Пивоварня тоже готова. Осталась ванная и гостиная. Но гостиная все оставшееся место займет, а вот ванная... Ванная это да, ванная это... Серьезно. Я не знаю, куда вот эту табуретку прилепить. Стол это что? Это шкаф, комод. Пусть лежит. Пусть стоит пока что здесь. Ага. Ну... По предварительной оценке. А можно вот здесь вот захреначить? Разрушить? Не, ни хрена нельзя разрушить. Ай, ладненько, давай начнем ванную просто обставлять. А там уж само подтянется. Нет, я что-то крутанул лишний раз. Вот так вот ванная будет стоять. Переместить глобус. Вот там пусть стоит. И. Ванная стоит, душевая кабина будет стоять тоже вот здесь. Нормально, нормально. Унитаз компакт будет стоять между. Нет, это ерунда, это вот этот будет стоять. Раковина для ванной. Пусть будет здесь. Стиральная машина. Будет вот здесь. Туалетная бумага. Блин, ну здесь в любом случае, короче, она промокнет. Но заказ нам выполнить нужно. Щетка для унитаза ставится вот сюда. Ну и все. Что-то я больше думал. И дверь вот сюда. Красота. Желтые пчелиные стены. И плиткой отделываем пол. Готово дело. Ванная готова тоже. Остается гостиная. Гостиная будет все вот это пространство. И естественно мы... Давай вот в этот цвет покрасим. Или это не желтый? Желтый. Почему он не может найти? Он что, дурак? Ну да, он, видать, просто еще не определил. У нас же нет ничего лишнего, у нас ничего лишнего не покрасилось. Нет, не покрасилось. Так что ладно. Сейчас мы начнем вешать все вот эти вот приблуды. Телевизоры, там еще что-нибудь. И он узнает, естественно, эту комнату. Телевизор вешаем сюда. Все, видишь, нашел. DVD кладем туда. Сколько у нас дней осталось? 5 дней, да я думаю, успеем. Ну, конечно, вот это вот такое вот расположение комнатух. Ой, комнатух.
мебели, ну и самой комнаты, конечно, гостиной. Не очень классная, не очень правильная, но у нас другого варианта особо и не было. Стол должен быть. Стол, ну давай тоже вот этот вот большой поставим. Хотя он очень такой, не очень такой. Такой в пивоварне стоит, такой не очень хороший тоже. Ладно, давай вот это поставим. За напротив телевизора должен стоять. А вот это уже поставим вот сюда. Стулья мы будем использовать, опять же, вот эти вот самые наши любимые. Стул и вот здесь вот стул. Ну, для симметрии еще один стул поставим, чтобы хуже никому не стало. Покер, давай покер вот сюда вот приделаем. Отлично. Рулетка, лампа, коврик. Картина. Картину мы захреначим вот такую вот. Пойдет. И коврик. Это преддверные коврики. Мне нужен коврик. Мне нужен прям который коврик-коврик. Пускай вот здесь будет лампа. Лампа. Лампа опять, наверное, придется вот такую вот лампу ставить. Она мне, конечно, не симпатизирует абсолютно, но что ж поделаешь. И рулетка. Опять игровой зал какой-то, а не гостиная. Прям ужас какой-то. Декор. Декор мы восстановим с помощью картин. Вот таких вот красовенных. 62%. 71%. И вот сюда повесим. 79%. Комната охраны, декор вообще нулевой. Ну и 4 дня у нас остается. Я думаю... Да я думаю, все. Остается повесить камеры видеонаблюдения. Повесим вот сюда. Повесим, естественно, в комнату с запрещенными препаратами, но чтобы видно было сейф. Вот сюда вот. Повесим на вход, чтобы они друг на друга смотрели, эти камеры. Повесим вот сюда. Да и повесим вот сюда. Тоже хуже никого. И в спальню, естественно. А куда в спальню-то? Вот сюда вот, наверное. Вот сюда, кто вошел в спальню и кто вышел из спальни. Все, готово дело. Отлично, давай сдавать. Сдаем работу. Думаю, нашему заказчику понравится такой первоклассный ремонт. И он попросит нас еще такой сделать. А может, и не попросит, скажет, говно ты какое сделал. Больше ни в жизни тебе ничего не попрошу сделать. Ну, хоть вроде нравится что-то. Там ничего нет. Что-то пошло, я там ничего не делал. Да не роутер это. Ну-ка. 5 звезд. Ты видал? 5 звезд. Сообщение. Так, мне нет нужно. Мне нужно игрок. 5-звездочный. 5-звездочный отзыв. У нас 127 тысяч. Ёбни. Смотри, сколько нам заплатил. Подожди. Задание, ваше задание. Это не то. Мне нужно в отзывах посмотреть, наверное, да? В отзывах. Откуда у меня столько денег-то? Он мне всего 20-ку накинул. Откуда у меня 127? Я, может, что пропустил? Так... Отстань, ты тоже отстань. Я даже читать их не буду сейчас, потому что они мне только помешают. Они меня только отвлекать будут. Оно снова работает. Видимо, я кому-то там что-то не доделал, тараканов не потравил, и она очень сильно обиделась на меня. Давай банк, в банк зайдем, погасим досрочно кредит. Да, естественно, хочу. И у нас с тобой 290 тысяч получается. Пойдем во второй регион, посмотрим. Посмотрим. Какую-нибудь
комнатуху за 250, примерно за 250, чтобы в кредит уложиться. А на оставшиеся деньги сделаем ремонт. Может быть, найдем сейчас что-нибудь. Угу. Нет, тут точно не подходит этот дом, очень дорогой. А, тут 150, 153 комнаты. Ну, такое себе, конечно. 293, вот 293 это отлично. Но год постройки очень старый. Ну, блин, 293, да, хотелось бы, наверное, купить эту комнатуху. Значит, получится в ноль вообще. Мы выйдем в ноль. Поэтому, наверное, мы все-таки на этом закончим, а в следующей серии выполним пару заданий и купим эту квартиру. Спасибо большое за то, что досмотрел до конца. Поставь лайк, обязательно подпишись на канал, прокомментируй и увидимся с тобой в следующей серии. Пока!